православие, правая вера, она есть на земле самим Сына Божия. И вот весь сентень Дорожеством присоединяются и другие преступления, когда мы совершаем здесь возрушение. Как раз когда начался Великий пост, который призывает нас к покаянию в грехах наших. Радуется сердце наше этому новому храму. Он еще не закончен. Еще нет нам священных изображений, посчитать которые христиане начали от первых дней, посчитание которых было утверждено как раз тем событием, которое празднуется завтра. Мы уже и теперь как раз и сердце наше на этом новом храме. Как отрадно, что уже в новом храме нам весь молитвы возносит, но возносится наши голоса к Господу Богу и уповаем, доходим до самого престола Всевышнего. Вот радуюсь этому обновленному, то есть новому храму, подумаю о том, что если так прекрасен, еще не закончен храм, то во сколько же раз прекрасней храм небесный, кроме которого должны быть земные храмы, во сколько раз прекрасней тот храм нерукотворенный, потому что всегда и Господь Бог, где его посвящает не людские голоса, а ангельские немолчные голоса. Вот, эти земные храмы нам даны для того, чтобы мы через них входили в те небесные храмы, в те небесные обители, которые Господь готовил людям еще перед созданием мира. Для того и будем очищаться грехов наших. Будем следовать великий пост по крови, сидеть за тобой, чтобы не забывали в наше сердце злоба и недоброжелательство, чтобы страсти, похоти не одолевали нас. Извиняйтесь из всех злых мыслей из нашего сердца. И взывайте твою песню, которая поется в конце Великого Поста. Черт плохо вижу, спасть мой, украшу зло, и одежды во мне. Пусть все дьявол, святодавчий, понял меня.